мире видите, как все ведет. У нас, если преступник что-то там сотворил, сделал, он заморал. Один преступник может заморать 1000, а от него как бы зараза идет, от этого преступника. Вот. У нас боятся все преступников, на это такой человек, вот такой, такой. Ну, он как уделает это? А от преступника что можно сделать? От него как? Вот что вот в магазине, вот пиво делают, торгуют, обвешивают и так далее и тому подобное. Это все там как вот это все происходит. Так же у преступника все как. И все это вот боятся сказать что-то. Люди боязно как-то все это живут. Люди, не бойтесь никого. Вы что, живете-то вы один раз в этом мире. Жить надо как? Красиво. Надо стремиться красиво жить. Вот. Почему я в лесу живу? Да просто это надоело, вот это все, вот эта грязь всякая, так далее и тому подобное. А в лесу чуть тише, спокойнее. Я не слышу матершинных слов, ничего не слышу. Откуда здесь все услышу? Тут щебенье птичек и шелестение травы и листья шелестят, вот и все. И живу только это вижу. А в город придешь, там всякая бяка. Там я вот как-то видел на днях, на какие-то парни, пацаны молодые. Да какое им? Они еще под стол лазят. Уже деньги у пацанов шугают. На. Они там банда их целая, представляете? На. Люди все это видят, а некому сказать, понимаете? И некому задержать. Вот ты задержал, вот уже. А кто тебя защитит? Да тебя никто не защитит. Что, полиция будет? Государство, что ли, защищать? Вот люди молчат, и у нас преступление вот это идет, нахуй, везде и всюду, нахуй.